Всем приветики! Вы знали, что в Гугле есть приложение «Радар Санта-Клауса» называется? Я вот случайно это обнаружил сегодня, искал картинки по запросу «Рождество». И вот когда вводишь, сверху падает такой красненький подарочек, и ты сразу на него обращаешь внимание. Нажимаем на него, и открывается приложение. И вы сразу попадаете в такую вот деревеньку. Вот. И в этой деревеньке кто-то на санках катается, кто-то на велике ездит, играет музычка. Приятненько, интересненько. Вообще все здесь так интересненько выглядит. Нажав на три черточки, вы попадаете в такую менюшку, где вот это все игры, кроме тех окошек, на которых нарисован значок Ютуба. Вот это видосики. Здесь три видосика. Их можно посмотреть. Остальное все игры. Кстати, видосики прикольные. Там нет ни слов, просто как бы эмоции и жесты. И все понятно, в принципе. То есть любой человек может понять, о чем видосик. Ну, мультик, вернее. И даже перевод не нужен. Это круто. Это очень круто. Ну и игрушки тоже. Вот, например, мне нравится Санта меняет имидж. Можно постричь Санту, и там еще музычка прикольная играет. Вот. Довольно-таки интересненько. Можно поиграть в разные игрушки, поразвлекаться. Ну и сама деревенька, вот она тоже. На нее тоже можно залипнуть. Прикольненько выглядит. Ну, еще есть инструкция. Здесь тоже расписано всякие возможности, видимо, этого приложения. Я не читал, но просто она здесь есть. Я не знал, я вот сегодня только это обнаружил случайно, когда увидел этот подарочек. Самое прикольное, что у Гугла на все праздники есть какие-то такие либо приложения, либо мультики, либо мини-игры, что-то такое. И это прикольно. Так что, если вы тоже не знали, можете загуглить слово «Рождество», перейти на этот подарочек и посмотреть, что такое радар Санта-Клауса. Вот. Ну, а на этом все. Всем покедова!